Дом, в котором расстреляли жителей. Добрёй, но пистолет с этой растяжкой. Если бы я задел эту нить, она бы выстрелила. Кто-то всё-таки попал в эту ловушку. У него здесь кровавый отпечаток руки. Чё твори, бро, меня зовут Сарки. Он из Эйбро, срау уже при подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Самый лучший будет на ютубе, ведь бро, придет время, Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Самый сильный батя на ютубе бандит. И также сегодня со мной видео снимает Вероника. Привет, я Вероника Гаргната. Банда, вы знаете, Настя все еще болеет, поэтому быстрее ставьте лайк, чтобы она быстрее выздоровела. А также в комментариях напишите, что вы желаете выздоровления, тогда она это обязательно прочитает и уже поскорее сюда вернется. Но, банда, тем не менее, сегодня у нас просто жесткое видео, потому что сегодня мы входим снова в Даркнет и покупаем новую вещь. И не просто какую-то вещь, а дом из Даркнета. Только вслушайтесь в этом, мы реально сегодня купим настоящий дом в Даркнете. Вероника, расскажи, какие там бывают дома в Даркнете. О, черт, это просто жесть! Мне уже не терпится поскорее выйти в Даркнет и посмотреть, как же выглядят эти дома! Реально очень интересно увидеть их цену, настоящую цену дома в Даркнете! Окей, тем не менее, банда, вы знаете, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков! Если на это видео будет 10 тысяч лайков, то я снова отправляюсь в Даркнет и покупаю что-то новое! То, что вы заходите в комментариях, так что пишите в комментариях, что вы хотели, чтобы я купил в Даркнете! Эй, бро, лайки, это хорошо, но мы входим в Даркнет! Погнали! Окей, Суприм Банда, мы на месте, мы сейчас реально будем ходить в Даркнет через этот ноутбук. Господи, окей, я подключаю VPN, включаю Tor браузер, и мы входим в Даркнет, банда. Я реально очень сильно волнуюсь, потому что если меня осветят, то у нас могут быть огромные проблемы, Вероника об этом знает. Окей, банда, что ж, я похоже уже нашел этот сайт в Даркнете, где продаются дома. Господи, эти сайты в Даркнете, они такие устрашающие, это просто жесть. Что ж, здесь у нас продаются дома. Дом вашей мечты, так называется сайт, очень интересное название. На нашем сайте вы найдете дом своей мечты, самые низкие цены, будьте готовы к неожиданным сюрпризам. О, это уже интересно. Банда, неожиданные сюрпризы. Я прям уже чувствую, что могут быть за сюрпризы. Какие-то трупы, какие-то вещества. Черт, это просто жесть, банда. С учетом того, что это дома в Даркнете, это реально все страшно. Тем более, как говорят, они еще очень дешевые. Окей, давайте посмотрим, что у нас здесь за дома. Дом, в котором расстреляли жителей. О, черт, это просто жесть. Как тебе такое, Вероника? Да, это очень страшно. Но еще страшнее цена, банда, 39 тысяч долларов. Только вдумайтесь в это. Дом, в котором расстреляли жители. Получается, там даже ничего не упирали, все так же и оставили. Просто приезжайте, смотрите и живите там с этим. Окей, этот дом мы точно откидываем, потому что YouTube этого не пропустит. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть дальше. Одинокий дом с маньяком в лесу. Интересное название, но мы точно этого не будем брать, потому что я как минимум еще хочу остаться жив. Наверняка, думаю, тоже. Но тем не менее, банда, цена этого дома 20 тысяч долларов. Чуть больше 1,5 миллиона рублей. О, господи, это реально огромные деньги. И, кстати, посмотрите по картинке, там какой-то странный дом. Его как будто делали из травы, наверху просто какая-то трава. А первый вообще многоэтажный дом, как будто замок, в котором расстреляли семью. Окей, банда, просто посмотрите на третий дом. Это обычный дом, но цена его целых 15 тысяч долларов. Это реально огромные деньги, черт. Здесь даже есть какой-то собор. Ну и, как я вижу, этот дом более-менее в нормальном состоянии, но здесь ничего не написано. То есть, скорее всего, что это продается обычный дом. Окей, Вероника, из этих трех домов, которые больше всего тебе нравятся. Второй. Почему там же мы? Маньяк живет в лесу, это ненормально. Ну а вдруг он хороший? Маньяк хороший, интересно, у тебя логика. Окей, я, наверное, предпочту выбрать третий дом за 1 миллион рублей. Только вдумайтесь, 1 миллион рублей. Окей, ты согласна? Ну давай. Окей, Суприм Банда, мы перешли на вкладку с третьим домом. Здесь так же, как и обычно, нету никакого названия. Черт, на 15 тысяч долларов, целых 1 миллион рублей. Дом на Шелой улице, вот что написано в описании к этому дому. То есть здесь огромный шанс, что где-то по соседству будут настоящие дома. О, черт, это реально странно. Окей, здесь ничего особенного нету, только кнопка оплатить. Что ж, Вероника, покупаем этот дом. Да, давай, давай. Черт, целый 1 миллион рублей, банда. Окей, я готов, я потрачу этот 1 миллион рублей. Хотя, скорее всего, это видео даже не окупит этот дом. Окей, тем не менее, банда, я хочу сам посмотреть, ну вам тоже интересно посмотреть, что же в том доме. Что ж, я оплачиваю покупку. Ты купил этот дом, ты что, ненормальный? Да, я знаю, 1 миллион рублей на дом, о котором мы даже не знаем, мы даже его не видели. Здесь, кстати, даже нету никаких фотографий, как в середине выглядит этот дом. Окей, тем не менее, банда, здесь пишется, что в течение 3 часов нас скинут координаты, остается только ждать. Окей, банда, что ж, мы купили дом из Даркнета, я уже отправил 1 миллион рублей, только вдумайтесь в это, черт. Этот дом точно никогда не окупится с этого видео. Тем не менее, банда, надеюсь, вы меня поддержите, поставите лайк и напишите комментарий, потому что это продвинет видео, и возможно тогда он окупится, и вас очень прошу, сделайте это, потому что мы реально потратили огромные деньги. Вероника, давай еще и ты попросишь поставить лайки. Да, поставьте, пожалуйста, лайки. Нам это Сережей очень нужно. Окей, бро, надеюсь, ты уже поставил свой лайк, а тем временем мы ищем координаты от дома, погнали! Окей, бандиты, Катя, нам пришли координаты, на часах уже 2 часа ночи. Окей, Вероника, где этот дом? Он в 40 милях отсюда. А, черт, окей, тогда давай выдвигаемся, быстрее идем. Да, пошли.
Что, Supreme Бода, встретимся через секунду, но мы уже будем отправляться к дому, погнали! Окей, Бода, мы идем в дом с Даркнетом, мы уже где-то на пути к нему. Господи, я так волнуюсь, и просто в это не поверите. Мне все еще не верится, что я потратил такую огромную сумму на дом с Даркнета. Также со мной Вероника. Окей, мы вдвоем его покупали, вдвоем туда идем, это просто жесть, Бода, я очень сильно волнуюсь. Окей, Вероника, как думаешь, какой будет наш дом? Я даже не представляю, как он может быть. Окей, тем не менее, нам нужно идти. Окей, Банда, мне кажется, ли это наш дом? Вероника, ты это видишь? О, господи, это прям тот самый, что был тогда на картинке, когда мне ее скидывали. Господи, это просто жесть, посмотри на это. Это реально он. Здесь, оказывается, по соседству живут люди. О, господи. Окей, это открывается, это хорошо. Вероника, проходи первая. Просто посмотрите, что здесь. Здесь явно уже кого-то давно не было. Окей, Банда, вот этот дом, посмотрите, какой он страшный. Точно-точно такой же, как и на картинке. О, господи, просто жесть. Просто посмотрите, какие здесь окна. Эй, там кто-нибудь есть? Черт. Сейчас было бы смешно, если бы кто-то выглянул. Это просто жесть, Банда, они такие убитые. Окей, Банда, кажется, мы на месте, но здесь замок, я не знаю, что делать. Хотя, погодите, у меня есть одна идея. Я нашел ключ, Банда! Это было проще простого. Вероника, ты это видишь? Да, я вижу. Окей, у меня есть ключ, Банда, нужно открыть дверь и зайти туда. Окей, Банда, я открыл дверь, теперь мы можем сюда войти. Окей, Банда, мы вошли в дом, я реально уже волнуюсь, просто посмотри. Какие здесь условия? Здесь бы я точно не жил, да еще за такую сумму, которую мы потратили. Это просто жесть. Окей, что ж, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Давай. Так, здесь есть одна дверь, которая идет, наверное, в дом. И еще какая-то дверь, я просто без понятия, что там. И еще посмотри, Вероника, здесь какое-то окно, открой его. Зачем здесь в доме окно, да еще из такой веранды? Окей, Банда, это все реально очень странно. Тем не менее, здесь есть еще одна дверь. Нужно мне, наверное, войти. Она, кстати, очень маленькая. Просто посмотрите, вот мой рост, а вот дверь, я прям не знаю, как туда войти. Окей, что ж, тем не менее, нужно открыть. Вероника, ты готова? Господи, посмотри, сколько здесь хлама. Черт, это так страшно выглядит, Банда, вы это видите? Сколько же здесь всего? Черт, теперь попробуй что-то покупать в Даркнете. То, что я вижу, это реально страшно, господи. То это Банда, это детская обувь, вы это видите? И здесь еще какая-то картина. Нужно ее достать, посмотреть, что там. Вы это видите, господи, Supreme Банда? Мы нашли какую-то странную картину в доме с Даркнета. Что здесь вообще происходит? Вероника, ты видишь это? Это реально страшно, черт. Окей, Банда, я уже не знаю, наверное, нужно идти дальше. О, черт! Вероника, ты это видела? Господи, здесь сам включился свет. То, что я вижу, это реально стрёмно. Просто гляньте на это. Господи, зачем я это делаю? Банда, это просто жесть. Зачем я вообще делал свои блинсяги сюда? О, черт, посмотрите. Там разваливается стена, вы это видите, Банда? Там уже дырка снаружи, вы это видите? Это просто жесть, господи, что... А, черт! Вероника, что это было? Почему выключился свет? Черт, я выхожу, там сам выключился свет. Это уже не смешно, Вероника. Это не я. О, господи, теперь покупай что-то в Даркнете. О, черт. Окей, Supreme Банда, то, что я увидел, это просто жесть. Вы видели это? Там реально дырка снаружи. Нужно идти дальше, Вероника, нужно смотреть, что там еще есть. Нужно. О, господи. Черт, какие здесь старые деревянные двери. Черт, посмотри на это, ты это видишь? Да. И что это такое? Я сама не знаю, что это. Может, пошли отсюда, я боюсь. Нет, Вероника, мы уже заплатили свои деньги, мы должны посмотреть все здесь. Блядь, Вероника, оно еще крутится. Это просто жесть, посмотрите. Окей, Вероника, я без понятия, зачем это. Наверное, для того, чтобы дети играли с каких-то пиратов или что-то типа того. Возможно, это вообще было взято с какого-то корабля. Окей, что ж, давай, входи в эту дверь. О, черт, ты так стрёмно открываешь. Господи, окей, давай идем. Стой, стой, стой! Господи, посмотри, здесь растяжка, ты видишь? Здесь нить какая-то. О, господи, зачем это здесь? Черт, что это вообще такое? О, господи, Вероника, черт! Даже не выходи сюда. Там пистолет, это растяжка на пистолет. Зачем такое делать здесь? Что если мы вошли сюда, Банда, что бы тогда было? Оно бы могло сразу же выстрелить, вы это видите? О, господи, просто гляньте, там реально пистолет с этой растяжкой. Если бы я задел эту нить, оно бы выстрелило. Это просто жесть, Банда. Что ты делаешь? Черт, не трогай. Оно же сейчас может выстрелить. Ты вообще в своем уме, оно же может запросто тебя выстрелить и убить. Это ненормально, Вероника, успокойся. У меня есть одна идея, достань у меня в рюкзаке спички. Мы сможем прожечь эту нить и тогда войдем. Давай. Ух ты, что, Вероника, посмотри! Кто-то все-таки попался в эту ловушку! Это самый настоящий кровь, Вероника, ты это видишь! У кого-то уже выстрелил этот пистолет! Черт, Банда, это просто жесть! В принципе, если сюда просто так взять и слиться, то здесь даже можно жить! Это все очень странно! Глянь, там он уже все ломается! Просто ломается пол, гляньте на это! Черт, это просто жесть, ты это видишь? Да, вижу! Это просто жесть, Вероника! Считай, что эти сердца для тебя, от меня! Ты уже в этом доме сдохнет, мы чуть ли не лишились жизни с этим пистолетом! Это так ужасно! Аккуратно открываю, Вероника, только не спеши, пожалуйста! И что у нас здесь?
Перестань, я бы и так увидел нить. Здесь лежат какие-то газеты. Это реально стрёмный дом. Это просто жесть. Гляньте, какое-то пальто. Чьи-то штаны. Вероника, посмотри, это не твои штаны. Нет. Куда мы вообще попали? Окей, это очень все странно. И опять какая-то странная картина. Вероника, ты это видишь? Да. Кажется, она вышита. Это просто жесть. Банда. И гляньте в эти зеркала. Черт. В этих зеркалах явно была какая-то мистика. Они такие старые. Давайте так, 10 тысяч лайков на это видео. И я забираю это зеркало и провожу с ним какие-то ритуалы. Это просто жесть. Оно реально очень странное и очень страшное. Черт, банда, здесь даже есть монитор, гляньте на него! У него здесь кровавый отпечаток руки, Вероника, ты это видишь? О, господи, да! Это просто жесть, банда, что здесь происходит? Это реально ужасный дом! О, господи, что это такое? Здесь какая-то кофта, Вероника. Какие-то бутылки и матрас. В нем просто огромная дырка, скорее всего, что там даже крысы живут. Я даже не хочу его трогать и близко. Я уже реально боюсь, здесь это реально стрёмный дом из Даркнета. Просто посмотри на это все. Разве за такие деньги мы заслуживали на такой дом? Нет. Фух, банда, это просто жесть, это дом реально страшная находка. Я прям в шоке, что мы нашли такой дом в Даркнете, черт. Окей, давай посмотрим, что у нас здесь есть. О, черт. О, это уже знакомая бутылочка. Мне кажется, это какое-то послание для нас. Черт, нужно это забрать домой. Это реально стрёмно, банда. Никому бы не советовал попасть в такой дом. И гляньте, почему-то здесь все окна так закрыты. Здесь какая-то простыня, там какая-то куфайка. Похоже, у нас осталась еще вот эта комната и вот эта. Давай посмотрим, начнем сначала с этой. Посмотрим, что там. О, господи, ее даже не так просто открыть. Похоже, она закрыта, Вероника. Окей, это единственная комната, в которую мы не можем попасть. Что ж, банда, мы уже движемся. Похоже, это последняя комната и осталась еще чердак. Окей, здесь еще одна комната есть. Посмотри. О, господи, это еще одна растяжка. Да что здесь не так? Просто посмотрите на это, банда. Если кто-то потянет за эту дверь, у него сразу же прилетит этот нож. Кому это и зачем? Зачем такое делать? Мы же заплатили все-таки 1 000 000 рублей. Просто гляньте, если мы сейчас вот так вот сделаем сюда нитью, она сразу же этот нож полетит в нас. Просто посмотрите на это. О, черт! Просто гляньте, банда! Он бы сразу же полетел в нас, вы это видите? Но если бы мы сюда зашли, мы были бы где-то здесь. Мы бы эту дверь 100% вот так вот отдвинули. И он бы сразу же прилетел в нас. Это просто жесть, Вероника, я в шоке. О, господи, просто посмотрите, здесь даже есть какая-то игрушка. Черт, как же это все страшно выглядит. Какие-то банки, что это вообще такое? Это реально жесть, здесь просто какая-то земля. Здесь даже пола нету, Вероника, ты это видишь? Да. Окей, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Черт, Вероника. Здесь самая настоящая посуда. О, господи, какие-то бутылки из-под алкоголя. Черт, это реально жесть, Вероника, ты видишь? Что они вообще здесь делают? Просто гляньте на них. Гляньте, здесь уже есть какая-то дырка. Черт, что там вообще лежит? Окей, давай посмотрим, что здесь, о господи. Что это вообще такое? Да, это реально какие-то пакеты, но зачем они здесь? Они такие новые, свежие. Давай посмотрим, что у нас в этих пакетах. О, господи, так, возьму один из этих ножов. Окей, давай один из них, наверное, разрежем. Черт. О, господи, Вероника, ты это видишь? А что это? Я не знаю, но это похоже на то, что нельзя говорить в Ютубе. Оно ничем не помню, это просто жесть. Господи, похоже, мы нашли то, что мы точно не должны были находить. Теперь это объясняет, почему здесь все эти ловушки. Будем называть там мукой, банда. Черт, быстрее уходи, Вероника, ты слышал, там кто-то был? Тихо, идем. Черт, иди быстрее там. Черт, Вероника, быстрее! Господи, это просто жесть, там реально кто-то был! Черт, это просто жесть! Господи, фу, вроде бы оторвались! Йо, Вероника, ты это видела? Это просто жесть, ты видел, там их было трое или четверо. О, господи, похоже, они пришли за тем, что мы нашли. Черт, банда, это просто жесть, вы это видели? Там реально кто-то был, кто-то кричал, да еще нам кто-то крикнул. Это просто жесть, то, что мы нашли, это реально ужасно. Погодите, то, что мы нашли, были ту бутылочку с какой-то жидкостью. Чтобы посмотреть, что там реально интересно. Это, видите, здесь реально какая-то жидкость. Черт, Вероника, посмотри, это какое-то зелье, ты это видишь? Да. О, господи, это явно был какой-то подарок для нас. Окей, супрем, банда, тем не менее, 10 тысяч лайков мы пьем это зелье. Даркнета, я просто не знаю, что это. Окей, привод комнаты из-за прошлого видео. Господи, какие они шикарные, просто идеальные комментарии. И просто знаешь, что если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажми на свой лайк, колокольчик и все, брат, уже в моем новом видео. Лайк, лайк, коммент, уже в моем новом видео, бандит. И бро, помни одно, оставайся такими шикарным. Пока!